конечно, вы бы хотели свой собственный дом, а я бы как хотел. Что такое свой собственный дом? Вот это самая замечательная проблема, потому что вы захотели свой дом. Неважно, сколько этажей будет, может быть один, может быть два, может быть три. И у вас уже в голове отпечаток, и вы уже хотите, чтобы это было. А получается ли такое? Да нет, не всегда. И вам придется посмотреть не один дом, не два, не три, 10, может быть 20, может быть 30 домов, прежде чем вы скомпонуете и что-то будет похожее на ваш замечательный дом. Строительство дома — вещь не самая дешевая. Вот. Можно построить себе дешевый дом, я вам показывал. А можно этот просто дом себе заказать. Вот, допустим, можно его заказать в Real Group. Вот. Дело в чем заключается? Они вам предлагают дома. Они их могут выстроить целиком. Вы придете, заплатите, и потом получите результат. И, кстати, место есть хорошее. Поселок Соты. Почему-то считается, что телевидение работает на себя. Отнюдь нет. Нормальное телевидение работает на общество. В нормальном обществе человек задает вопросы и получает результат. И мы потихонечку становимся нормальным обществом, в котором каждый господин вправе получить свой дом. Не купить что-то, а поставить свое, то, что он хочет. И был как-то проект «Большая стройка». Мы его делали. Но там вы покупали типовые дома. Сегодня результат другой. Поселок Соты и один из главных строителей Re-Elt Group. Да, сюда вы можете прийти и продать свою хату, а может и купить. Да, здесь вам подберут ипотеку. Но главное, здесь умеют строить и делают это легко. К примеру, купили себе участок в поселке Соты и захотели свой правильный дом. Так вот, вам здесь это и сделают. И вот мы вам предлагаем поселок городской застройки. Он называется Соты. И он располагается прямо аккурат на западной оконечности города Магнитогорска. Рядышком Западный 1 и Западный 2. Ну, Западный 1 мы вам как-то демонстрировали. Что касаемо городская застройка. Вот эти все объекты вы можете себе здесь построить и заказать. По сути, это чуть-чуть дешевле, чем вы можете себе заказать здесь свой собственный дом. По одной простой причине. Это типовые дома, и у них у всех есть документации. Если вы закажете свой собственный дом, ну, там чуть-чуть приподнимется цена. То есть вам понять-то надо, где вы можете себе построить замечательный дом. Это участок городской застройки Соты. И к кому обратиться? В Re-Elt Group. А теперь проедем в то место, где уже сейчас продолжается строительство. И вы это место также знаете. Здесь правильная объездная, и вы не кувыркаетесь в пробках. Здесь один светофор, и с вокзала проезжаете до южной конечности города. Здесь строятся и заправки, и центры. Отсюда до метро 2 секунды, и здесь будет ваш дом. Потому что у вас есть Re-Elt Group. Посмотрите то, что есть, может и этого хватит. А лучше закажите свой собственный дом. Построит, и вы будете очарованы. И чем вам это не малоэтажная Россия, в которой вы в своем доме будете шалить и музыку слушать так, как вам это нравится. То, что строится за моей спиной, здесь будет поселок под названием Соты. Мы как-то раньше продемонстрировали вам другое предназначение телевидения. Помнится, шоу такое было, «Большая стройка». И так вам потихонечку продемонстрировали, что поселок Нежный тоже имеет право быть. И тем не менее, он шикарен. Вот. Здесь будет немножко другое строительство. Оно вам построит дома, вы себе купите дома, и все будет просто замечательно. Потому что это суперкомпания, которая вам дает возможность жить в собственном доме. За весьма недорогую сумму от 20 тысяч рублей за квадратный метр. Тема классная и тема правильная. Да, не везде вы у нас можете поставить собственный дом. Не везде. А в поселке Соты, пожалуйста. И правильная группа у вас есть, Re-Elt Group. Посмотрели место, проплатили. Кстати, этот поселок полностью подключен. Здесь есть и газ, и электричество, и вода, и канализация. И в короткие сроки дом ваш, ваш любимый дом. И, конечно, вы можете говорить, агентств недвижимости в городе много. Но не все делают так, как это делает агентство недвижимости Re-Elt Group. По сути, что оно имеет? Оно вам предлагает недвижимость везде, где хотите. Зайдите и посмотрите, любые дома в том числе. Но кроме всего прочего, это агентство недвижимости, оно вам возводит дома, делает их доступными для вашей эксплуатации. Мало того, показывает, где вы можете все это дело построить. И еще вы можете строить собственный дом.
невзирая на что-то другое. Где это агентство недвижимости располагается? По проспекту Ленина 152.